Было продано более 20 миллионов копий книги «Хижина», написанной Уильямом Полом Янгом, а также по ней снят фильм. В ней рассказывается о человеке, чью дочь убили, что привело ее к вопросу о том, почему любящий Бог допустил это. Он возвращается на то же место, где она умерла, и встречает Бога в виде женщины по имени Папа, вместе со Святым Духом, который тоже женщина, и с версией Иисуса, придуманной Янгом. Несмотря на то, что «Хижина» — выдумка, она все же учит небиблейским идеям, в которые верит Янг. Он верит, что Бог-Отец был распят вместе со Христом, что является ересью под названием патерпассионизм, которая была отвергнута в 3-м столетии. Сын Божий был распят на кресте как жертва за наши грехи, приняв на себя гнев Отца. Иисус Янга говорит, что он является лучшим путем иметь отношения с Богом. Но Библия учит, что он единственный путь к Богу. Иисус Янга учит, что Бог подчиняется нам. Но во втором псалме написано, что Бог смеется над такой гордостью. Он противится гордым, а смиренным дает благодать. Бог не подчиняется никому, но мы должны преклоняться перед Ним. Бог Янга говорит, что Он не ожидает от нас ничего. Но Бог ясно призывает нас покаяться во грехе и быть послушным Его Сыну Иисусу. И те, кто послушает, получат вечную жизнь, а те, кто нет, будут осуждены. Бог Янга говорит, что все люди являются Его детьми, которых Он любит. Но Библия учит, что только те, кто во Христе, являются Его сынами и дочерями, а те, кто не верит, являются детьми гнева, и их отец — дьявол. «Хижина» представляет лжи Евангелия и учит обману о Боге.